Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Данил. Итак, у меня продолжается, точнее, третья массонаборная тренировочная неделя. Сегодня я тренирую руки, буду тренировать руки в силовом стиле. Скажу вам честно, никогда в жизни руки в силовом стиле я еще не тренировал. Бывало, у меня попадало на одну тренировку какое-то одно упражнение, которое я выполнил там в силовом или около силовом стиле. А так, чтобы тренировка проходила в силовом стиле у меня целиком, такого никогда еще не было. Итак, ребят, напоминаю для тех, кто, возможно, смотрит меня впервые, что от недели к неделе я использую различные методы, средства, методики и техники для достижения массонаборного результата именно в плане рук и дельт. Это те самые мышцы, которые я наметил кардинально изменить в ближайшие 4 или 5 месяцев. Я их сейчас бомблю дважды в неделю, а предплечья я тренирую ежедневно после каждой тренировки. Итак, сегодня я тренирую бицепс и трицепс. Как я сказал, в силовом стиле. Я тщательно разогрею все свои суставы, локтевые, плечевые и обязательно поясничное отдел, так как упражнения будут проходить некоторые стоя, особенно тренировки бицепса. Будет читинг, да, читинга будет много, чтобы сразу знали, это все не случайно. Читинговать я буду со всей дури, что ни на есть. Работать буду преимущественно в негативной фазе, то есть на опускание снаряда. Как вы понимаете, читингом я буду забрасывать вес, а на негативе, на опускании снаряда буду максимально удерживать, стараться удержать вес, чтобы максимально нагрузить свои мышцы. Ну, читинг я буду использовать только в тренировке бицепса, в жимовых движениях, в трицепсе как-то читинговать особо не получится. Вот, а с бицуха я немножко почитингую. Итак, друзья, я провожу разминку и приступаю. We'll be right back.
что, ребят, тренировочка удалась. Довольно приятно все было, хотя я не чувствовал такого, знаете, приятного мышечного жжения, когда вот работаешь на повторке, либо с умеренным весом. Я всегда привык чувствовать мышечный вот этот отказ в виде жжения. Тут у меня наступал отказ только силовой, когда я попросту не мог больше поднять или выжать вес. Ну, таков мой замысел в тренировках. От недели к неделе я меняю. Я все кардинально меняю. И на четвертой неделе своей массонаборной я снова перехожу к статодинамическому тренингу. Но я его малость усложню, чтобы не стоять на месте, чтобы мышцы были просто в шоке у меня от этого тренинга. Короче, увидите, что будет на четвертой неделе. Кстати, возможно, у вас возник вопрос, нафига я вот эти штуки вот одел, да? Ну, во время, я вам скажу так, во время силовых тренировок, именно бицепса, у меня ранее, помню, еще давно когда-то, очень болели всегда запястья. А бинты в данном случае мои запястья предохраняют и не дают им как бы травмироваться. Итак, ребят, мне еще предстоит вторая тренировка рук на этой неделе. И тоже в силовом стиле, тоже буду читинговать, но упражнения, скорее всего, будут другие или те же, но в другом порядке как-то. Все это я делаю с той же целью, чтобы мышцы не успевали адаптироваться получаемой нагрузки. Итак, друзья, надеюсь, видео было полезным. С вами был Романов Даниил. Всем удачи, спортивного долголетия. До скорой встречи. Пока.